Воу, Семен, хорош, помедленней. Всем привет, друзья! В одной из прошлой серий я занимался утеплением крыши каменной ватой Rock Light общей толщиной 20 см. Сегодня сделаю контур утепления в 5 см каменной ватой Техноакустик от Технониколь. Данное действие снизит затраты на отопление и кондиционирование второго этажа, а также сгладит шум в виде града об металлочерепицу. Всем приятного просмотра, давайте начинать! Сначала съезжу в магазин и куплю бруски 5х5. На витрине, блин, одни пропеллеры. Я попросил продавца вынести что-то поинтереснее. И вуаля! Посмотрите, только со склада. Класс! По приезду и подъемных работ покрою бруски антисептиком. Антисептик использую самый дешевый, плюс колер красного цвета. После высыхания брусков сделаю заготовки по нужному размеру. Приступаю к монтажу брусков. Первый брусок прикладываю к самому верху западного ската и делаю разметку примерно посередине бруска, согласно расположению стропилы. В отмеченной точке сверлю отверстие. Эту операцию делаю, чтобы облегчить монтаж брусков на стену, а также чтобы его не расколоть. Крепить все бруски буду на 120-й гвозди. Забиваю первый гвоздь в просверленное отверстие. Брусок закреплен. Теперь сверлю отверстие в бруске согласно расположению стропил. Забиваю гвозди. На торцах бруска сверлил отверстия немного под углом. Гвоздь также забиваю под углом. Последующие бруски креплю аналогично, с шагом в 59 сантиметров. В этот промежуток 59 см утеплитель встанет как надо, обеспечив простоту и легкость монтажа каменных плит. Шаг дополнительно контролирую бруском длиной 59 см, так сказать, шаблоном. Ну вот, сейчас еще один брусок и пойдем уже на ту сторону. Получается довольно неплохо. Продолжаем работу. Западный и восточный скат готов. Переходим к потолку. Здесь работать немного посложнее, а так процесс монтажа брусков к потолку тот же. Первый потолочный брусок креплю с зазором в 15 мм от скатного бруска. Зазор контролирую с помощью угольника, толщины самого угольника. Обязательно при монтаже брусков используйте очки, они защитят ваши глаза от пыли, которая может падать при ударах молотка.
Монтаж брусков закончен, и выглядит все вот так. Здесь вот получается целый лист, целый лист, целый лист, целый лист, целый лист. И вот здесь везде целый лист. А вот в этом месте только будет такая подрезка небольшая. Между фронтоном и брусками везде оставлял небольшой зазор. Также делал зазор на стыках всех брусков. Пришло время утепления. Утеплитель выбрал техноакустик. Данный утеплитель подходит для звукоизоляции полов по лагам, подвесных потолков, межкомнатных стен и перегородок. В моем случае техноакустик уберет мостик холода по стропилам, даст дополнительное утепление и звукоизоляцию, которая очень актуальна на крышах с металлочерепицей. Ну, сами понимаете, дождь, град, сильный ветер. Техноакустик имеет плотность 40-45 кг на метр кубический. Он не горюч, стоек к грызунам и абсолютно безопасен. Ну что, приступим к работе. При соблюдении шага брусков в 59 см монтаж будет очень легким и простым. Берем плиту, вставляем между брусков, аккуратно разравниваем. Шикарно. Вот и весь монтаж. Погнали дальше. Отлично, первая пачка ушла. Ну и вот пачечка одна ушла. Хорошо сидит между брусками 59 сантиметров. В самый раз, плотно вообще. Плиты держатся надежно и не нуждаются в дополнительном крепеже ниткой. Но я чуть позже все-таки закрепил нитью и степлером на всякий пожарный. При необходимости местами делаю подрезку кухонным ножом. Им удобнее. На один скат у меня ушло минут 20. Приступаем ко второму. Два ската готово, остался потолок. При монтаже любого утеплителя используйте очки и защиты органов дыхания. В моем случае защиту дыхания выполняет очень модный аксессуар. Надеюсь, его мода останется в 2020 году. В местах выхода кабеля на утеплителе делаю разрез в нужном месте. Так получается довольно аккуратный внешний вид работ. Осталось утеплить узкую часть потолка. Делаю подрезку и вперед. Пространство между потолком и скатом заполняю монтажной пеной. На мой взгляд, это лучший вариант. Также это пространство можно забить остатками каменной ваты, но тогда качество этого узла будет зависеть только от вас, от ваших рук. Также запенивал все пустоты на торцах бруска. На следующее утро всю пену подрезал канцелярским ножом. На мой взгляд, 20 см руклайта и 5 см техноакустика подарит нашему дому тепло в зимнее время года, прохладу в летнее и тишину во время дождя, града и сильного ветра. Друзья, если вы решите приобрести утеплитель на официальном сайте Технониколь, не забудьте ввести промокод SemenKuznetsov2020. Так ваша покупка станет дешевле на 15%.
Что о затратах? На 26 брусков ушло 3432 рубля, на 6 пачек утеплителя 4194 рубля, на баллон пены 350 рублей, гвозди и антисептик у меня остались от прошлых работ. Итог 7976 рублей. Цена контрутепления. Следующим этапом будет пароизоляция и обрешетка под гипсокартон или вагонку. Что лучше, как вы думаете? О утеплении зоны Маурлата и доведении этого узла под финиш вы увидите и в отдельном ролике. На мой взгляд, этот процесс достоин отдельной серии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам интересны все этапы строительства этого дома, вы всегда можете увидеть их на канале в плейлисте. Не забудьте подписаться. Всем желаю удачи. Всем пока!